Хочу вам предложить для работы мозга один вопрос. Ко мне поступила как бы такая инициатива. Вы знаете, есть такая акция «Содержание», уже пару альбомов выходило. Выходил альбом даже «Поддержку Троицкого». Сейчас идут типа разговоры, каким следующий альбом может быть. И вот одна из идей появилась такая, что сделать сборник из песен групп 80-х годов, но из тех песен, которые актуальны сегодня. Потому что, по мнению большого количества людей, живших в советское время, наше время, вот этот год и вот этот период, очень похож на СССР. Вы так не считаете? Согласен, не согласен, вопрос вот в чем. Я тут буду появляться по мере продвижения нашего концерта. Посоветуйте, какие песни, какие группы вы бы хотели включить в этот сборник и обоснуйте. Вот, я буду выходить, и я буду записывать, если будет получаться у меня. Допустим, вот у меня есть песня, я ее написал в 86-м году, называется «Бесполезная песня». Это была как бы реакция на то, что было показано по советскому телевидению во всех этих утренних почтах, огоньках, песни 84, 5 и так далее. Сейчас опять по телевидению то, что я вижу, это опять та же самая утренняя почта, но уже по другим там соусам. Те же самые песни какая-то там 2010, 9, 8... И так далее. Правильно, гораздо хуже многие считают. Вот, поэтому такой вопрос к вам. И наберется ли вообще песен из 80-х годов, которые актуальны сегодня? И, кстати говоря, надо учесть еще, кто их исполняет. Актуальны ли эти группы сегодня, превратились ли они сами в эту утреннюю почту? Вот, ну что же, это вам для работы мозга, чтобы вы тоже немножко разминались умственно.